Всем привет, с вами Александр. Сегодня у нас 24 апреля, и я решил посадить лук. Он у меня там растет уже на грядке, но я решил, что это будет маловато, и вот купил еще. И женщина, которую я постоянно покупаю, она мне вот посоветовала сделать новым способом. Не как я в прошлый раз записывал видео, а сделать в два раза больше его, каждую луковицу. Я срезал ножом сверху, чтобы ему не ковырять вот эту кожу сюда, так он быстрее вылазит, ему легче пролезть. И в подсольную воду, то есть ничего больше не добавлял, только 3 столовые ложки соли. И держать так нужно 2 часа. Ну и в общем вот, берем мы теперь каждую луковицу и разрезаем вот так ровно пополам. Ну разумеется, корешки тоже, чтобы были пополам, чтобы и там оставались. И вот этими срезами кунаем в золу. Для удобства можно даже вот с этой стороны начинать, чтобы корешок сразу ровно пополам разрезать. Ну, собственно, и вот сажаем рядышком друг с другом, чтобы там буквально сантиметрик был между ними. Ну, в общем, получилось все вот так примерно. Чуть-чуть не хватило одного ряда, ну ладно, столько, я думаю, будет достаточно. Дальше просто слегка присыпать, прям совсем чуть-чуть. Ну и, естественно, полить. Дальше я нашел такую пленочку и степлер. Сейчас сделаю небольшой парничок. Ну вот и готово. Прошелся я степлером. И посмотрим, как быстро будет урожай и сколько его много будет. И ждем результат. Хочу сравнить, насколько он будет лучше или хуже, чем вот тот лук, который я сажал в прошлом году под зиму. Уже повылазил, начал расти, но как-то медленно, но потому что, наверное, холодно очень. А вот в парничке, мне кажется, будет получше результат. Итак, промежуточный результат. Сегодня 2 мая, и вот этот лук, который я посадил осенью, очень маленький, надо будет прополоть. Из-за холодов он вообще перестал расти. И смотрим, как себя чувствует этот лук, который я посадил под пленку буквально на днях. Видно, здесь капельки такие. То есть постоянно капельный полив идет у него. И видно уже там, не хочу открывать, но я думаю, видно, да? Что он уже вовсю там пошел. Я думаю, очень скоро он... Вот он уже касается, видите? Пленки. Думаю, скоро он догонит тот лук. Может, даже и перегонит его. Итак, сегодня у нас 10 мая. И пора сравнить лук. Вот он уже видно, уперся уже давно. В эту пленку аж поднял ее. Но я не хотел по морозам открывать эту теплицу, парник. Вот сейчас я это сделаю. Ну и что мы тут видим? Да, действительно, почти все луковицы дали вдвойне больше. Видите, сколько першек. Это вот одна луковица была. Здесь тоже. Он сейчас вытянется быстро. Итак, прошло еще несколько дней. И вот, смотрите, какой результат. Ну, явно намного больше, да? Чем просто по одной штучке сажать. И он сам по себе толще, как каждая перышко. И длиннее давать. Вот одну возьмем. Так. Среднюю. И пойдем сравним. Ну, видно, что так и остался. Он уже даже сорняк немножко подрос за эти дни. И так он остался маленький.
Ну и по размеру, даже по толщине как бы видно. По росту вроде такой же, как и другие, но он более толстый, более мощный сам по себе лук. И какой смысл заморачиваться осенью все это дело? Перекапывать лучше по весне, перекопать и в свежескопанную грядку. Там больше кислорода, больше всякого перегнившего. Можно даже компоста добавить весной, перемешать все это дело. Будет намного полезнее. И посадить, пленочкой накрыть весной. Поэтому я больше не буду сажать лук под зиму. Буду только чеснок, наверное, вот тот ракомболь. И то с ним я тоже поэкспериментирую, может быть, весной тоже лучше будет. Напишите, как вы сажаете лук, когда. Также ставьте лайк этому видео, если показалось полезным. И всем пока.